В американском штате Калифорния продолжаются лесные пожары. Эвакуированы еще 30 человек. Как сообщают местные СМИ, огнем охвачено свыше 36 гектаров земли к югу от города Сан-Андреас. Несколько домов сожжены полностью. С пламенем борются свыше 1000 пожарных и несколько вертолетов. Однако ситуацию усугубляют сильные порывы ветра. К слову, лесные пожары в Калифорнии не редкость. Ежегодно в летний жаркий сезон они становятся одной из главных проблем для местных властей.